Андрей, победа 2-1. С победой тебя, твой комментарий появились вручную. Спасибо большое. Хочется всех поздравить с победой. Мы старались добиться этих 3 очков, потому что хочется, так скажем, подняться как можно выше. Вот. И эта игра тоже не сказать, что Смаргонь какая-то там слабая команда. Вот. Очень хорошая команда, все равные, поэтому готовились, как и ко всем. Рады, что победили, двигаемся дальше. Да, казалось, что у команды сегодня не реализовала еще много моментов, как это с чем связано? Ну, понятно, что главное, что эти моменты есть. С реализацией, да, в этом матче немножко реализация хромала, но ничего страшного, я думаю, в ближайшем матче, главное, тот же там у Джуниора сколько моментов было, думаю, он эти моменты реализует, ну и мы в том числе. Да, команда сейчас уходит на перерыв, международная пауза, и впереди будет Гомель ждать довольно-таки тяжелый календарь. Как будете настраиваться, как будете готовиться? Ну, как говорится, лучше играть, чем тренироваться. Поэтому, да, у нас там каждые 3 дня, если не ошибаюсь, игра. Это у нас есть обойма пацанов, которые будут, я думаю, выходить и добиваться положительного результата.